К международным новостям жители сразу нескольких штатов США спустя 2 месяца ощутили на себе последствия снегопадов. Река Миссисипи вышла из берегов и затопила прибрежные населенные пункты. К наводнению привело таяние снега в горных районах, где зимой выпало аномальное количество осадков. Сильнее всего пострадали Висконсин и Айова. Дальнейший подъем воды в реке, предупреждают спасатели, может вызвать сильнейшие за последние 20 лет наводнения. В ряде районов перекрыты дороги, объявлен режим ЧС. В усиленном режиме работают экстренные службы и коммунальщики. Из пострадавших районов не успевают откачивать воду. К борьбе со стихией привлекли военных.